Девчонки, привет! Сегодня у нас будет не зеленый чай, а английский черный обыкновенный. О, у меня даже сахарница с собой. Забыла сахар бросить. Черт побери. Без сахара не могу пить. Так, значит, смотрите, какой расклад событий. Во-первых, у нас тут есть лучик света. Может быть, мы даже поймаем некоторые фианиты, попробуем, несмотря на электрическое освещение, попробуем показать тут. Это раз. Во-вторых, сегодня у нас моя замечательная, любимейшая красная пресня. Вы все знаете, что я человек очень, хоть и любящий разнообразие, но очень постоянно. Это довольно два разных понятия. Они очень кажутся смешанными, но это разное. Например, мой друг постоянен, он живет с одной женой всю свою жизнь, но каждые 4 месяца он меняет машины, потому что он любит разнообразие. То есть как бы постоянство и разнообразие, как оказалось, это вообще разные вещи. И я, в общем-то, начинала 2 года назад с красной пресни. Я ей, в общем-то, предана, потому что это украшения стабильные. Это украшения, которые всегда качественные, которые можно надеть в любой день, в любой час, и на работу, и куда-то на какое-то празднество, поскольку фианит у них самый лучший, однозначно, проверено уже. И вообще их люблю. И я им очень благодарна за сотрудничество. Это изумительная обратная связь, это очень порядочные люди. Короче, красная пресня рулит, что называется. Если кто-то красную пресню не любит, как говорится, не любят, насильно мил не будешь. Девчонки, ждите следующее видео, оно будет по израильскому серебру. А сегодня мы с Россией, мы с красной пресней. И кого это интересует, оставайтесь со мной. А кого не интересует, обещаю торжественно, вечером приду, сниму повторялки по шаблюлю. А завтра уже, конечно, сниму ролик полный, как бы, по шаблюлю и по второму заводу. Там будут новинки. Итак, я выбрала очень интересный комплект. И я, пожалуй, с него и начну. Комплект этот, конечно, не такой массивный, как израильский. И тем не менее, он довольно тяжелый. Он весит 37,90 грамм. Размер тут на 18. Замок вот такой защелкивающий. Нажимается и открывается. Очень удобно. Если в какой-то момент в вашей жизни что-то у вас выскакивает, этот замок можно подогнуть чуть-чуть вверх, и он опять будет защелкиваться, как и раньше. Очень мне понравилось тот факт, что они уже заранее ставят вот такую цепь, для того, чтобы браслет не потерялся. На руке он смотрится очень эффектно. Сейчас закрою и увидите. Напоминаю, у меня запястье 16, этот браслет на 18 размер. Вот такая красота. Довольно широкий, видный, оксидированное серебро. Давайте глянем, что у нас на бирке. Без вставок, оксидированное серебро. Вот у меня карандашиком и цена стоит. Это 300 шекелей или 91 доллар. Ну, девчонки, смотрите, браслет знатный. В отличие от завода Шаблюль, красная пресня всегда, в общем-то, волнуется по поводу выпуска докомплектных изделий. И по этому поводу у нас имеется сразу и серьги, и кольцо. Девчонки, ну без чая как бы как можно вообще снимать? Никак, правильно? Дима бедный совсем разболелся. Всю ночь он кашлял, он стонал, он хрипел. Он чуть ли не разговаривал во сне, просыпался, короче, всячески меня пугал. И я ему предложила сегодня, это мы с Римой посмеялись, Рима приезжала утром за украшениями, что когда он доест мой агментин, у меня остался от Мили антибиотик,
отпочит, может, допьет его тоже, может быть, ему тогда полегчает, потому что от огментина ему явно не лучше. А милин антибиотик, вот как мы знаем, результат может сразу его страдания прекратить. Вот, так что у кого какие антибиотики, девчонки, сохранились, предлагайте. Мы сделаем салат. Я ему говорю, пойди к врачу, не идет. Так, значит, серьги и кольцо к этому набору. 130 шекелей серьги или $38. Обязательно найдется какой-то залетный комментатор не из нашей тусовки, который скажет: о, что за цены, что за спекуляция, девчонки, я не могу ценами с российскими магазинами конкурировать. Я, эти украшения переходят две границы. Кроме того, если честно, я даже реально не знаю, сколько стоит в России красная пресня. Я просто делаю подсчет, при котором я не вылечу в трубу окончательно. Вот такие серьги, английский замок. Швенза очень удобная, это то, чем славится красная пресня. Она не узкая, не широкая, она посерединке. Значит, я уже, если честно, померила их. На ухе сидит очень хорошо, удобно, видно. 9,10 грамма весят. Оксидированный, без ставок, $38, 130 шекелей. И знаете что, давайте промерим просто длину серьги. От начала и до конца, до палочки, скажем так, до штифта 4 ровно. И плюс над штифтом у нас еще есть пара миллиметров. Эти изделия можно купить... Разбить комплект, короче говоря, без проблем. Я дозакажу просто потом. Так, это идет у нас браслету. И кольцо. Я взяла кольцо на 18. Он такой среднестатистический размер. Если кому-то нужно будет другой размер, тоже можно будет без проблем заказать. $32, 110 шекелей. Смотрите, какое классное кольцо. Ну вот представьте себе, у вас вот такой набор на руке, а в ушах вот такие серьги. По-моему, очень неплохой вариант. Так. Далее в нашей программе будет кольцо, которое я уже показывала, я вам честно скажу, оно не новое, я просто сейчас на него наткнулась. Этих моделей больше нет. Кольцо 19 размера. Цена 100 шекелей. 100 шекелей, если я не ошибаюсь, по-моему, $29. Это вот такая птица с фианитом. Этой модели больше нет. Поэтому, девчонки, если кого-то заинтересует, обращайтесь. Очень удобно выколоть глаз врагу, если вдруг на вас нападение ночью. Хорошо защищаться. Вот такой фианитик в глазке. И еще такое же кольцо. И самое обидное, что у меня спрашивали. И я сказала, что давно нет. А потом, порывшись в загашниках своих, я обнаружила, что да, есть. 17,5. Это было на 19. Это на 17,5 позолоченное кольцо, такое же точно, ну, смотрите, у меня вот так вот. Оно стоит чуть-чуть дороже, оно стоит 110 шекелей. В долларах это, сейчас вам скажу, $33. Так. Еще хочу вам показать изумительнейший набор. Его заказала Инесса из Эйлата. Я вам его не продаю, но просто я обязана вам его показать. Это новая модель. У меня такой не было.
Как она его заказала, мы просто, она очень просила фианиты крупные, и в итоге я как бы по каталогу нашла, и мы на свой страх и риск заказали, и оказалось, что страх и риск был совершенно оправдан. Знаете, какая роскошь. Вот я лучик света поймаю. Посмотрите, это вообще безумство. Это самые, по-моему, крупные фианиты, которые я видела. Значит, девочки, серьги не дешевые. Инесса бедная тоже еще цену не знает. Сейчас она будет в обморок падать. 225 шекелей. Вес 17,40. Французский замок, но интересно закрывается. Вот здесь такая петелька внизу. Вот. Вот такая. Снизу. Мне кажется, что они, конечно, стоят своих денег, очень красивые, очень-очень. Фианиты, по-моему, можно кино снимать. Помните «Приключения принца Флоризеля», когда он в руке в черной замшевой перчатке держал этот бриллиант, из-за которого весь сыр-бор был. И к этим серьгам у нас есть и кольцо, которая тоже Инесса заберет. 17,5 размер, 150 шекелей это кольцо вышло. И вот, соответственно, смотрите, какая роскошь. Фианиты в красной пресне самые, по-моему, красивые. Я это каждый раз говорю. Так, еще у нас есть новый набор, который я тоже, если честно, отобрала просто для того, чтобы была возможность что-то бюджетное на работу. Есть девчонки, которые любят только мелкие скромные украшения, поэтому для них, в общем-то, я нашла, надеюсь, вам понравится, это родированный, то есть это серебро и роди сверху. И идет к ним вот такая россыпь фианитов, английский замок, на тонкую, я бы сказала, мочку уха все-таки. Они будут сидеть вплотную, очень красиво. Наш лучик света ушел. И идет кольцо, вот такое кольцо, сейчас я его померю, покажу вам. Цены. Значит, это, во-первых, 3,50 грамма. Такая пара серег стоит $37 или 125 шекелей. Вот, представьте себе, очень благородно, модель довольно современная. И кольцо идет на 4,20 грамма, $35, $120, столько же, как и серьги, размер 17,5. Вот такое кольцо. Белый роди. Очень напоминает, разумеется, золотые украшения в белом золоте. Еще, девчонки, хочу вам напомнить, в вчерашнем видео я показала вам вот такие вот эмалевые серьги. Я не помню, какие из них я показала, а оказывается, у меня было две пары, я просто решила по горячим следам. Смотрите, есть еще вот такой цвет, тоже, по-моему, очень милый, очень красивый эмаль, такой цветочек. Это оксидированные. Да, эмаль оксидированное серебро. По 90 шекелей. Жемчужина искусственная. Так, я взяла для любителей позолоты. Позолота в красной пресне показала себя как очень надежная. Особенно после того, как одна моя клиентка в Мертвом море поплавала. И ничего серьгам не было. Это была вообще выдающаяся заслуга.
такого делать не надо больше. Вот такие вот милые также серьги, хотя они не мелкие, они длинные, фианиты черные, фианиты белые, что у нас на бирке, фианит в скобках недрагоценный камень. Небось, люди думают, что бриллианты. Золочение 3 грамма 10 сотых. Цена 100 шекелей или 29 евро. Евро. Чё вдруг евро? 29 долларов. Есть, в принципе, к этим серьгам такое же точно колечко. Но я почему-то, не знаю, почему не заказала. То ли не было у них, я не знаю. Ну, странно, не знаю. Короче, только серьги есть. Если кому-то нужно кольцо... Переговорите со мной, мы это обсудим, посмотрим размер, потому что кольцо точно есть. Еще есть такая же модель в белом, не в позолоте. Так, цепи, на кучу цепей, я за кучу, скажем, кучку, уже одну цепь забрали. Самая длинная цепь 60 сантиметров под кулоны, которые многочисленные каждый раз. Я вам предлагаю, а цепи не предлагаю. Так вот, есть на 60 сантиметров, довольно толстенькая, так, ну толстенькая, я думаю, миллиметра два, а то и три, цепочка. Тут памятка есть, цепи. Электросварные цепи, это гарантия 100% прочности по сравнению с паяными. Вот так вот, я даже не знала, что есть такая разница. Мы изготавливаем их на высокоточном итальянском оборудовании, только из российского сырья, соответствующего ГОСТам, золота, серебра и цветных металлов. На цепи из цветных металлов и серебра наносим стойкое гальванопокрытие, золочение розовое и желтое. Желтое, если честно, я у них еще не встречала. Это так, мысли вслух. Серебрение и серебрение с оксидированием под старину. Радирование, покрытие металлом платиновой группы. Клеймо Верхней Волжской государственной инспекции пробирного надзора на цепи из золота и серебра, подтверждение качества нашей продукции. Благодарим вас за покупку изделий «Красная Пресня». Вот так вот. $110 или $36, 6.40 грамм, размер 60 сантиметров, девчонки. Кому нужно. Это раз. Позолоченная цепь. Я вообще подозреваю, что кто-то это заказал и просил, и я забыла, кто. Позолоченная у нас идет на 130 шекелей или $38 на 50 сантиметров. Вот такая довольно мощная. Позолота здесь розовая, такая советская, стандартная. Ну, как и все изделия «Красной Пресни», в принципе. Я нашла и выбрала цепь, которая у них называется «Snake». «Snake» по-английски – это «змея». $34, 115 шекелей. И сейчас я вам ее покажу и заодно распутаю. Какая? 45 сантиметров. Вот она. Под кулоны тоже, по-моему, очень неплохо бы смотрелось. Снейк, змея идет. Это родия. Я все цепи взяла родированные в этот раз. Это родий. Хотя смотрится она как оксидированная, но она, тем не менее, указана как родированная. В памятке, наверное, написано все то же самое, правильно? Да. Дальше есть цепь на 50. Можно, если вы разрешите, я ее... Нет, я ее открою, она другая. Все, однозначно. Принято единогласно, воздержавшихся нет, цепь другая. 120 шекелей, $35, она идет на 50 сантиметров, и она чуть-чуть отличается от той, которую вам показала. Вот это на 60, и она, как видите, идет спиралькой. Это на 50, и она идет ровно. Разные цепи.
Нина, я тебе вот такую на 50 отложила. Я тебе показала на фотографии. У меня было две. Вот эта такая точно у тебя отложена. Следующая часть марлезонского балета за 35 долларов или 120 шекелей. А, вот такая точно. Я не буду открывать. У меня две за 50. Они не, наверное, на 45 отложила. Значит, две у меня их. Девчонки, есть цепь тонкая, нежная, весит 1 грамм 80 на 40 сантиметров, очень тоненькая, под нежный кулончик или просто на шею. Она идет по цене 90 шекелей. Вот такая тонюсенькая золочение. 90 шекелей в долларах. Это у нас 27 долларов. Смотрите, для разнообразия, насколько они разные. Что у меня было, по-моему, еще... Нет, все, наверное, все, с цепями мы покончили. Пришли серьги, я заказываю время от времени. Это, по-моему, четвертый раз. Я мечтаю себе такую пару оставить. И каждый раз, тем не менее, кто-то покупает. Если когда-нибудь эти серьги зависнут у меня, я их с удовольствием заберу себе. 135 шекелей, 40 долларов. Вот эти серьги, они очень классные. У них очень удобный замок. Английский с такой, видите, петелечкой. Красивые каплевидные фианиты, майорка и натуральные две жемчужины сверху. Смотрятся эти серьги очень эффектно на ушах. Они длинные, крупные, красивые. И вообще модель, которую лично я, как вы поняли, люблю. И когда-нибудь у меня такие тоже будут. И такие как-то, я помню, позолоченные, по-моему, у Оли. Оля, у тебя, по-моему, такие позолоченные есть. Классные, классные. Хорошая модель. Это была самая первая модель, которую я выбрала 2 года назад, когда самую-самую первую закупку делала, я помню. С них я и начинала. То есть это было в первой посылке они были. Так. Дальше, девчонки, для Нины Мильман, Нины, простите, для Наташи Мильман пришли серьги, которые она заказывала. И мне кажется, если кого-то заинтересует, у меня есть ощущение, что я где-то в своих закромах видела такие же непроданные еще одни. Это скан-филигрань, очень удобно и эффектно сидят на ушах. Такие же серьги у моей родственницы, у жены брата Димы. Шикарно смотрится. Действительно, модель супер и подо все подходит. Это оксидированные серьги 6 грамм 70 сотых, 105 шекелей или 31 доллар. К ним кольца, насколько я помню, нет. Можно подобрать просто кольцо скань филигрань какой-то другой модели. Классная модель. Очень рекомендую. Действительно, из очень и очень вещей таких качественных и удачных. Дальше. Кто-то отложил в прошлый раз эти серьги с шикарными фианитами. Модель, которую потом спрашивали. Я уже не помню, кто спрашивал, кто отложил. Короче говоря, возвращаем в продажу. 35 долларов. 8,20 сотых грамма. 35 долларов. В шекелях это у нас 120 шекелей. Девчонки, очень красивый фианит. Фантазийные огранки, как они это называют. Сейчас прочтем. Фианит собственной огранки они его называют. Очень красивая модель. И самое обидное, что потом спрашивал кто-то, и я сказала, что их уже нет, а их уже есть. То есть их отложили и не выкупили. Так. Еще хочу вам показать кольцо, которое тоже наверняка кого-то заинтересует. 17,5, 95 шекелей, 30 долларов. К этому кольцу существует и серьги. Оно массивное, с алмазным гранением.
и подходит абсолютно подо все. Из новых моделей я хочу показать вам серьги в позолоте. Впервые вижу, первый раз заказываю. 120 шекелей или 35 долларов. Модель очень интересная. Сейчас мы ее рассмотрим. Во-первых, у нее висюлька. А висюльки я люблю. Еще и висюлька в виде квадратного очаровательного фианита шикарного качества. Во-вторых, как вы видите, в самом замочке, в самой швензе есть еще куча мелких фианитов. Вот. Один вверху и по три внизу. То есть такая очень модель, прям скажем, как сказала бы я на иврите, мушкат. То есть модель, в которую вложили труд, задумку и не просто какая-то фигня. А именно вот видно, что художник очень постарался. 120 шекелей, 35 долларов. Вес 6,60. Пишется фианит. Это вот эти. Потом фианит собственной огранки. Это вот этот. Золочение. Золочение в красной пресне золотом высокой пробы 740 или 760 или 780. Короче, что-то на 7 начинается. Не на 500. Так. В оставшееся время я вам хочу показать, во-первых, брошку скрипка 6,20 грамма за 100 шекелей, которая почему-то тоже у меня осталась, и никто ее почему-то не хочет. Хотя была брошка предыдущая, за которую была бешеная драка, и когда я заказала эту брошку, уже почему-то желающих на нее нет. Это или скрипка, или виолончель. Нет, ну на виолончели, поскольку тут есть такая палочка внизу. Или альт. Альт — это такая большая скрипка, которая играет более низкими звуками. Помните, есть такой очень интересный роман «Альтист Данилов». Очень советую прочесть, кто не читал. О, кстати, сейчас Диме посоветую. Пока болеет, он вообще любит читать. А теперь пока болеет, так и совсем сам Бог велел. Так, девчонки. Сейчас я вам покажу модель, которую жутко люблю. Если я вообще швензу смогу открыть. А, смогла. Мне просто бирки эти путаются. Я их так не люблю, бирки. Не то слово как. Значит, это модель, которая стрекоза или клубничка, смотря кто что видит. Я ее люблю очень в серебре. Эта модель уже в серебре есть у моей мамы, у моих друзей, у меня. То есть, короче говоря, у всех. В позолоте я взяла только серьги. Кольцо, разумеется, тоже есть. Если кого-то заинтересует. Вообще-то это стрекоза, но почему-то многие, вот если повернуть так, видят это как клубнику. 30 долларов 100 шекелей. Если кто-то заинтересуется такой же моделью в серебре, могу показать свои личные запасы. И, между прочим, эту модель снимают с производства. И очень жаль. Несправедливо это. Девчонки, осталось у нас буквально 1,5 минуты. Я не хочу больше 30 минут видео показывать. За эти 1,5 минуты я вам покажу не новое. Вы это уже видели. Но никто почему-то не обратил внимания. А зря. Изумительная по красоте подборка серег. Сейчас. Смотрите, это не покрытое серебро, не оксидированное, просто белое серебро с изумительной эмалью сверху. И как вы видите, весь прикол в том, что у них есть три пары разного цвета. Бежевый с белым, черный с белым и вот такой вот цвет морской волны с бирюзой. Они недорогие. Швенза тонкая, то есть как бы на тонкую мочку уха. Для любителей мелких серег, по-моему, под любое платье можно выбрать. И цена 80 шекелей. По-моему, очень бюджетно.
Серебряное украшение. Девчонки, серебро с эмалью, 80 шекелей. В каком магазине вы такое видели? В долларах это... Сейчас. Что-то мне не получается посчитать. 24 доллара. Все, на этом мы закончим, пожалуй. А еще хочу показать. Мне кинули подарок. Очень мило. Вот такую копеечку. Оксидированную. Я, правда, не совсем поняла, что с ней делать. Смотрите, копейка рубль бережет. Ой. Дима говорит, в кошелек положить. У меня кошелек и так, там столько бумажек и всякого. Вот такая милая копеечка. Большое спасибо за подарок. Мне это очень приятно. Я ее положу, наверное, в кошелек Кэден, потому что она вышла на работу наконец-то. Перед у нее 2 месяца до призыва в армию. И она пошла работать. И вот чтобы у нее первая зарплата, когда придет. Чтобы добавилась к этой копеечке. Все, девчонки, а теперь насчет зарплаты. Я пошла, мне же тоже на работу. У меня через полчаса уже выходить на мои уроки. Все, целую, пока.